Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Чи все видно, чи чутно? Так. Камера, бачу, працює. Привіт, привіт. Видно і чутно, але крім нас з тобою мікрофон ніхто не може вмикнути. Так, ну, власне кажучи, у нас ще буде кілька спікерів, які теж зможуть вимкнути собі мікрофон, і раптом що, раптом які перебої зі зв'язком. Марино, ми на тебе будемо дуже розраховувати. Домовились. Так, друзі, ну що ж, ми починаємо нашу зустріч. Наша ця суботня зустріч буде присвячена такій темі дуже важливій і дуже діткливі в тих умовах, в яких ми зараз всі з вами опинилися. Йдеться передовсім про карантин, про епідемію, про зміни в економіці. Але бізнес є бізнесом, ми не готелі, ми не турфірми, ми можемо продовжувати працювати, власне, мусимо продовжувати працювати, оскільки наш продукт, в першу чергу, надзвичайно актуальний в цей час. І, зрештою, наш проєкт теж допомагає утриматися на фінансовому березі багатьом людям, які втрачають певність у наш час. Перш ніж ми перейдемо трішки ближче до справи, давайте поговоримо про тих, хто разом зі мною ще сьогодні буде говорити про наші справи мережеві по-чоловічому. Я хотів би презентувати з величезним захопленням наших тренерів. Це Євген Матієшин з міста Львів, топ-лідер, віце-президент команди компанії PM International, який розвивається в цьому бізнесі разом зі своєю дружиною Вікторією Матієшин. Це Максим Лисечко, місто Київ. В минулому це власник магазинів, засновник інвестиційної компанії, фахівець продажу земельних ділянок. І на сьогодні це віце-президент команди PM International. Це Володимир Володько. В минулому кухар, офіціант, бармен, попрацював навіть коком на судні. Але на сьогодні це віце-президент команди компанії PM International AG. Тобто це теж наш колега. Це Сергій Кирпа з міста Покров. Має величезну кар'єру, стажу від механіка до керівника відділу. Це успішний лідер мережевої компанії на сьогодні, експерт з клітинного харчування. І також має високий ранг в компанії PM International. Це Антон Супрович. Надзвичайно багатогранна, дарована людина, IT-спеціаліст, коуч, психотерапевт. І в першу чергу це людина, яку ми всі знаємо, якій ми всі вдячні за підтримку і адміністрування порталу MyPM.info, одного з найважливіших ресурсів, про які Антон сьогодні в тому числі розкаже. І це Мисенко Володимир з міста Чернігів, це старший віце-президент команди, бізнесмен, власник власного виробництва, має бізнесовий досвід більш ніж 20 років, чудовий сім'янин і щиро відданий справі PM. Про що ж ми будемо всі сьогодні говорити? Йдеться про третю сторону. Я вже сказав, що в наших сьогоднішніх умовах, в умовах карантину, це надзвичайно дітлива тема. Бо нам всім, звичайно, хочеться, аби відкрилися кав'ярні, в яких ми зустрічалися, проводили зустрічі 2 плюс 1 з нашими кандидатами. Нам хочеться вільно зустрічатися на вулиці з нашими знайомими, запрошувати їх на презентації, дивитися очі в очі, мати оцей зоровий контакт, мати контакт енергій для того, аби говорити з людьми відкрито, щиро, переконливо. Але, на превеликий жаль, ми в багатьох можливостях використання третьої сторони на сьогодні обмежені. Оскільки в нас сьогодні такий чоловічий ефір, то давайте виявимо мужність. Я думаю, що мої колеги за сьогоднішнім ефіром зі мною погодяться. Йдеться про те, що ми тільки на початку. Тобто такі карантинні заходи, такі проблеми з економікою, вони, по суті, тільки почалися.
І ми маємо якось продовжувати наш бізнес і продовжувати його, ну, власне, мабуть, не якось, так, а продовжувати його успішно. Для цього нам потрібно цю саму третю сторону по максимуму засвоювати в режимі онлайн. Що стосується режиму онлайн і його аспектів, то сьогодні у нас максимально різноманітна команда спікерів. І зараз я, власне кажучи, хотів би почати із того, що таке YouTube. І яку роль він може відіграти як третя сторона. В принципі, ми всі з вами знаємо, що якщо в нас виникла якась проблема, і ми хочемо побачити її готове рішення, починаючи від якоїсь поламки в будинку і закінчуючи складний технологічний процес, ми можемо в Ютубі вбити пошуковий запит, і все. Далі в нас готова відповідь, ми наочно бачимо, як ми це вирішимо. Але YouTube також використовується і для бізнесу. Бізнесу в різних варіантах. І які з них підходять нам, як може виглядати YouTube-канал бізнесмена не просто лінійника, да, а бізнесмена із, скажімо, мережевим проєктом. От про це і поговоримо. Отже, дивіться, друзі, насправді YouTube-каналів, якщо дуже сильно підсумовувати, їх може бути кілька типів. Перше – це, звичайно, брендовий YouTube-канал, іміджовий YouTube-канал. Власне, всі люди, які доростають до певного рангу в суспільстві, до певного визнання, вони всі так чи інакше відкривають собі YouTube-канал, тому що це модно і престижно. Це показ лакшері життя, це ділення якимись думками зі своєю аудиторією. І от Євген Черняк, власне кажучи, який є головою каналу Big Money, окрім того, що власником успішного бізнесу, він казав, що раніше бізнесмени мірялися довжиною яхт, та тепер міряються кількістю підписників. Це не наш варіант. Тобто це не підходить для розвитку бізнесу. Це для закріплення свого авторитету. Відповідно, якщо ми дивимося з вами на контент на YouTube-каналі такого типу, то він нам не підходить. Це не наш варіант. YouTube-канал як, скажімо, другий варіант, да, YouTube-канал інтернет-магазину. По суті, YouTube використовується як такий хостинг, на якому зберігаються відео, які потім вставляються в, скажімо, на той же самий сайт. Це питання зручності. Такий варіант YouTube-канала, зрештою, нам може трішки допомогти. Але чи допоможе він в розбудові команди, чи виступить він як третя сторона, це, звичайно, що не факт. Так, якщо ми з вами подивимося на ще один варіант YouTube-канала, то це, звичайно, що такий варіант, як YouTube-канал із, власне кажучи, позиціонування вашого власного бренду. Ось такий варіант є набагато більш прийнятним, набагато більш придатним для нас із вами, і зрештою про нього ми і поговоримо. Чому саме про нього, чому ми будемо апелювати до цього варіанту? Тому що YouTube в першу чергу допоможе нам в розвитку як третя сторона, тому що YouTube зараз зайняв авторитетну нішу телебачення. Є багато різних соцмереж, але вам ніхто не скаже, я бачив там чудовий сторіс, я бачив там твій чудовий виступ в Тіктоку, да, приємно познайомитися. Зате бачив ваше відео на Ютуб, мені все сподобалося, це звучить практично, як бачив ваш виступ на якомусь там ефірі по телевізору. Так, отже, тобто YouTube-канал, який нам може допомогти в якості третьої сторони при розвитку мережевого бізнесу, це, власне кажучи, аналог телебачення. Тому тут виникає дуже важлива штука, з якою ми маємо всі погодитися. YouTube-канал для розвитку нашого бізнесу має пропонувати якісний контент. Те, що підходить для прямого ефіру, привіт, я там спонтанно вийшов поділитися з вами своїми думками, це прямий ефір в Facebook. Тобто це десь туди. Це прямий ефір в Instagram.
Для YouTube-канала, який буде виступати третьою стороною для вашої команди, для вашої структури, це має бути якісний контент, це має бути якісне відео. І вам повинно бути зрозуміло, що ви ділитеся не просто якимись власними думками. Ви цінні чимось для вашої структури. Вам є що запропонувати вашій структурі. Ви не просто один із представників мережевого бізнесу. У вас є те, що називається УТП – унікальна торговельна пропозиція. Те, чим ви можете поділитися з іншими, те, чим ви можете зацікавити свою команду, тим, чим ви можете зацікавити кандидатів для своєї команди. Люди повинні бачити лідера. З цього випливає два важливі обмеження. По-перше, у вас має бути щось подібне на мінімальну студію. По-друге, у вас має бути чітке бачення того, що ви з цією компанією співробітничаєте не один рік, не півроку, не кілька місяців, а ви плануєте перспективу на багато років. Тому що підйом якісного матеріалу на YouTube-канал – це задоволення або непросте, якщо у вас є навички, або дороге. Якщо навичок немає, ви замовляєте це зі сторони. Тому, знов таки, чи потрібен YouTube-канал всім партнерам, зокрема PM International? Ні, не потрібен. Безперечно. По-перше, тому що це дуже важко дублікується, насправді. Це набір дуже серйозних навичок, набір технічних навичок. Це набір навичок, які треба здобувати на шкоду впровадженню звичайного бізнесу. Сергій, я дуже перепрошую. Чи можеш ти перейти на російську мову? У мене вже просто шквал прохань з різних куточків світу. Люди не розуміють українською, а дуже хочуть знати про YouTube деталі. Да, я вже дуже много розказав, к сожалению, не видел этих обращений. Ну что ж, тогда остаток для тех, кто, к сожалению, не может. Ничего, им спонсоры передадут то, что они не поняли, это нормально. У нас еще целая конференция впереди, так что все в порядке. Отлично. Спасибо большое, Марина. Продолжим в таком формате. Что ж, в общем, одна из ключевых мыслей, которая звучала вот в последних словах, это то, что YouTube-канал наиболее вероятно не нужен каждому. Но он критически нужен успешному лидеру сетевого проекта, который рассчитывает работать в этой сетевой компании продолжительное время. Естественно, что если вы идете этим путем, если вы идете путем развития YouTube-канала, вам стоит понимать, что это в первую очередь инвестиция в свою команду. Потому что ваша команда будет при помощи видео представлять вас и показывать, с кем они работают и с кем предлагают работать своему кандидату. Это очень удобная третья сторона, потому что эта третья сторона не спит, не отдыхает, у нее не болит голова, она может проводить 200 встреч одновременно. Эта третья сторона постоянно с вами. Это ссылочка удобная, которую можно переправить партнеру. Соответственно, если вы идете этим путем, это, это инвестиция, которая не принесет доход здесь и сейчас. Это инвестиция на годы. Если вы имеете такое видение и готовы идти таким путем, разумеется, это очень интересный путь. Мы с Инной этим путем уже идем. Мы имеем результаты в развитии. И что немаловажно, для наших партнеров мы уже неоднократно получали фидбэк в течение последних лет о том, что YouTube-канал очень ценен именно как третья сторона. То есть тогда, когда состоялось какое-то мероприятие, когда мы знакомимся лично с партнерами наших партнеров, на нас смотрят как на людей, которые уже имеют определенный авторитет. То есть с нами заочно знакомы, нас видели по телевизору. Соответственно, это имеет смысл, повторюсь еще раз, это очень важная мысль на самом деле. В это есть смысл вкладывать силы, возможно, деньги для кого-то, прилагать к этому какие-то усилия, только если у вас лидерский путь.
Если, например, вы сориентированы на то, чтобы не строить команду, а у вас очень хорошо получается бизнес продаж, да, то есть прямых продаж, один из важнейших фокусов PM International, то ну, едва ли у вас есть критическая необходимость в собственном YouTube-канале, если вы можете сосредоточиться на том, что у вас получается намного лучше. Но, тем не менее, качество, подытоживаем уже, настойчивость, продолжительность по времени – это все очень важно для того, чтобы достичь успеха, создавая YouTube-канал именно под требования третьей стороны. Это работает и это будет работать. И еще в заключение я хотел бы сказать, что YouTube-канал дает также отличную возможность хранить материалы, обучающие материалы для своей команды тут же в виде ну, вскрытых видео, да, видео, доступных только по ссылке. Ну, например, как делаем мы. То есть наш YouTube-канал, то, что видно с главной страницы, это вершина айсберга. Огромное количество материалов для тренингов нашей команды, обучающих материалов, которые созданы были Инной, это все в закрытом доступе, хранится тут же. То есть это третья сторона, которая развивает вашу команду, работает на ваш авторитет и на ваш, ну, это модное, но избитое слово, на ваш бренд, как бы оно ни было. Я благодарю вас за внимание. И, наверное, поблагодарю вас за то, что вы немножко дольше меня потерпели, чем регламент, да, позволял. Я с огромным удовольствием хотел бы передать слово человеку, который среди первых был, кто в нашей огромной команде Виктора и Марины Лавренюк поднимал вопросы IT-обеспечения работы сетевого. Это Антон Супрович, менеджер по международным продажам PM International, выдающийся специалист в области IT и администратор и создатель сайта MyPM.info. Антон, пожалуйста. Наше мероприятие, связанное с мужским взглядом третьей стороны. Собственно, компания, мировая компания, пустой рынок. И Антон, вот сейчас очень момент, это вот сейчас, только сейчас, то время, когда компания без видео. Так лучше слышно? Да, да, так лучше. Хорошо, здорово. Вот, собственно, у нас есть уникальный продукт, уникальный проект высочайшего качества и пустой рынок. Собственно, когда волна заходит в порт, она поднимает все корабли, и большие, и маленькие. С нами или без нас компания будет расти, потому что в любом случае есть люди, которым мне все равно, которые делятся своими результатами, рекомендуют друзьям, знакомым, и получат с этого в конечном итоге существенный результат. Я понимаю, что со мной или без меня все это будет происходить. И я для себя принял решение быть тут и получить свою часть от этого огромного пирога. Он реально безграничен, можно так сказать. Понятное дело, что у всего свои пределы есть, но все же тут настолько большой масштаб, который осознать новичку очень трудно. И новичок – это человек не тот, который еще не зарегистрировался, а тот, который не достиг ранга EMM. Это все равно новичок. Я понимаю, что я, будучи EMM, я все равно на данный момент новичок, который очень многого не знает, не понимает. И видение, которое есть у наших топ-лидеров, именно оно, их обучение, дает возможность взглянуть глубже, шире и прийти к пониманию того, с чем мы имеем дело и куда мы идем. Команда. Без команды невозможен рост. И надо делать что? То, что дублицируется. Третья сторона, вот как Сергей уже нам сказал, есть такая, которая плохо дублицируемая, это YouTube. Тот ресурс, который создал я, MyPM.info,
Это тоже малодублицируемое или недублицируемое. Это сделано с целью, как третий инструмент, третья сторона для всех в максимально этичной форме. На большинстве страниц написано: «Внимание, по всем вопросам обращайтесь к своим спонсорам». Человек может не знать, что такое спонсор. Это кликабельное слово, которое открывает пояснение, что спонсор – это человек, который дал вам информацию о бизнесе или продукте. Что делать, если нет спонсора? Опять-таки, обращаемся к знакомым, которые уже кушают продукт, которые вам говорили о продукте. Таких нету, смотрим в соцсетях, кто из друзей кушает, пользуется. И только потом уже есть возможность связаться со мной как с администратором, и опять-таки прописаны пункты «Зачем?». Внести изменения на сайт, выразить благодарность. Вот. А если у вас нету спонсора, идем на страницу, читаем, где его искать. То есть максимум этики, не перекрещивание, это внутренние правила в сетевом бизнесе, соблюдая которые мы опять-таки растем и сами как личность, и, скажем, не нарушаем божьих законов в том числе. Любая третья сторона – это здорово, но она будет неэффективной, если человек не работает лично, то есть в любом случае нам надо информировать людей. И самый простой пример – это я один нашел двух человек, которым донес при помощи третьей стороны видение того, с чем я имею дело, чем я занимаюсь, которые так же, как и я, будут готовы идти со мной дальше. На втором месте нас уже трое. Каждый из нас, в том числе и я, находит также двоих. И на третий месяц нас уже 9. Каждый находит двоих на следующий месяц и уже 27. И таким образом идет рост, идет очень большой рост, мощный. Понятное дело, что не все остаются, не у всех есть видение, не у всех есть готовность разбираться и так дальше. Но это уже личная ответственность. Моя ответственность – дать людям возможность. А взять, воспользоваться ей или нет – это только их ответственность. Конечно же, необходимо работать с командой, помогать, отвечать на вопросы. И именно активность команды мотивирует лидера развиваться. Когда людям всем все равно, то важно не зацикливаться, не тянуть за собой. Лошадь сдохла, брось. Грубо, но правда и честно. Сам в сетевом не сделаешь, ну, сделаешь очень мало. Проинформируешь какое-то большое количество людей, но иметь чеки там 10-20 тысяч евро в месяц и более без команды, ну, просто нереально. Мы либо каждый день, каждый год садим огород, собираем урожай, то есть обслуживаем клиентов, и на этом все, либо мы садим сад. Мы работаем на поиск партнеров. Да, финансовые результаты не такие быстрые, как в варианте с клиентами. Но сетевой – это долгосрочный бизнес. Это бизнес, в котором мы тут и сейчас вкладываемся, работаем год, два, три, и потом имеем те результаты, которые невозможно иметь в любом другом виде деятельности. Такого быстрого роста, как в сетевом, нету нигде. И именно поэтому я здесь. Я готов сейчас вкладывать свои силы, время в то, чтобы в дальнейшем больше людей были здоровые, осознанные и успешные. Успешные во всех сферах жизни, могли реализоваться. Также хочется отметить, что не имеет смысла стремиться к успеху. Имеет смысл, чтобы жизнь имела смысл. Это моя жизненная позиция. И я так смотрю на мир, что я хочу жить в здоровом обществе. А чтобы изменить мир к лучшему, надо начать с себя. Именно поэтому комплексный подход, именно поэтому искренне даем возможность каждому и за других не решаем. Не стоит решать, будет ему это интересно или нет. Пускай человек сам делает выбор. Моя ответственность — только донести информацию. А уже как с этим быть, это уже их ответственность. Еще пару слов о сайте как третьей стороне. Там выложен весь каталог наш по продукту. Есть основные разделы, такие как Fitline. В нем, собственно, все продукты и короткое описание. Там же есть ссылка на прайс с актуальным курсом. На сегодняшний день это 30 гривен за евро. Много разных переключателей. Есть раздел «Библиотека».
где, опять-таки, страница справочника про NTC, факты, почему PM, большой список с прямыми ссылками на Business for Home, это рейтинг 3А+, это ассоциация прямых продаж DSA, ссылка на сайт, это динамика товарооборота в цифрах, рост компании, это ссылка на World Vision, это Кёльн-лист, ссылка на сайт, это патенты, когда мы открываем, открывается список в 67 патентов, и опять-таки с кликабельным открытием самого патента. Правда, только титульной страницы, а не всего патента. Но это уже для сильно дотошных, можно залезть в реестры и найти. То есть максимальная интерактивность, которая возможна. Так, собственно, QR-код, ссылка на TÜV-SÜD. И это все в разделе «Библиотека. Почти факты о PM». Почему PM? Также есть пункт «Документы», где выложен отчет и рекомендации Минздрава Украины, где выложен PDF-документ исследований от компании. Сайт на данный момент наполняется, ну, то есть я над ним еще работаю, он далеко не в идеальном виде. Раздел по бизнесу, как по мне, вообще слабый, но Москва не сразу строилась. Поэтому со временем все будет. И для того, чтобы это работало на вас, этим надо просто делиться. Все, что с моей стороны возможно, я делаю. Если человек не делится, не рассказывает другим, то и, конечно же, результат будет нулевой. Для меня лично финансовый результат – это показатель полезности обществу. То есть кто-то стремится ставить финансовые цели и к ним идет. У меня же цели другие. Я хочу, чтобы не было понятия войн, границ, чтобы не было необходимости на этой планете в армии как таковой, чтобы этот институт просто исчез, чтобы медицина была только экстренная. Ну, любые чрезвычайные случаи, понятное дело, мало ли что, это очень необходимо. Но институт профилактики на первом месте. Именно поэтому я здесь, именно поэтому делюсь своим видением и опытом. Спасибо за внимание. Благодарю, Антон, за твою идейность, за твое бескорыстие, потому что этот сайт – это большая помощь всем нам. Напишешь мне в личку его в сообщениях, а я я сделаю общее сообщение для всех участников, чтобы они знали, что такой инструмент есть. Потому что как бесценный материал на канале YouTube у Инны и Сергея Цикавых, также и твой сайт – это потрясающая третья сторона для тех, кто хочет показать своим партнерам простоту бизнеса. И если вы имеете какие-то таланты или хотите себя развивать в этом, то добро пожаловать в создатели потрясающих материалов, которые будут помогать всем нам. Спасибо большое, Антон. Представишь следующего нашего спикера? Секундочку, да, конечно. Следующий спикер, ну, во всяком случае, как у меня заявлено в регламенте, это Евген Матьешин, город Львов, топ-лидер компании PM International, вице-президент команды, развивается вместе с женой Матьешиной Викторией. Также это региональный менеджер кондитерской компании с стажем работы в сфере более 8 лет. Так, вообще, я только что заметил, что у меня текст на украинском, я его в режиме онлайн переводил. Захоплюсь подорожами, фотографией, музыкой, слухая винил, кинофотографией, захоплюсь бойовым мистецтвом и вінчунь. З дитинства займається фехтуванням, самурайськими мечами. Мрійник з бажанням робити добрі справи та добра людина. Итак, Євген Матієшин. Євген, ми можемо побачити відео твоє. Доброго усім сонячного ранку. Не знаю, в кого, а в нас у Львові дуже зараз гарно світить сонечко. Дякую Антону і Сергію за дуже цікаві і потрібні речі, які десь, можливо, я і почув вперше. Дуже цінна інформація. До речі, хотів би підкреслити, щось я себе не бачив,
Хотів би підкреслити, що ми та команда, яка дуже гарно використовує YouTube-канал від сім'ї Сергія і Інни Цікавих. Ну, великий їм уклін, тому що я навіть не уявляю їхні відео, ну, без їхніх відео зараз, в принципі, роботи. Тому що я дуже часто використовую, дуже часто використовую ці відео. Хто мене не знає, Євген Матієшин, працюю вже, в принципі, закінчую свою трудову діяльність на найманих роботах, працюю регіональним менеджером більше 8 років вже в сфері торгівлі. В компанію PM я прийшов через продукт однозначно, тому що хто розуміє цю спеціальність, це постійні там стреси, рівень доходу, який, в принципі, ну, неналежний, постійні тиски і так далі. Щось у мене тут випригує. От, такий хотів би маленький зробити вступ. Мені десь приблизно там 8 років назад доручили дуже важливу справу розвинути проект, який там зазвичай, ну, який десь на 14 регіонів мав би працювати, який більше 100 чоловік в своєму підпорядкуванні ніс. І я при перших там місяцях роботи, я людина педантична, я потім розкажу, до чого я це веду, старався все зробити сам. Тобто я стояв на такій позиції, що якщо ти хочеш, щоб це було на ту точку зору, яку це бачу я, досконало чи педантично, треба це все зробити самому. І, ну, і я, звісно, допрацювався до такого, що там я спав по годині, по дві, по три, до такого виснаження, що мені вже просто довелося, можливо, частину роботи перекладати на колег, делегувати її. До чого я це вів? Коли ми почали працювати з PM International як партнери, я так само перший час не використовував третю сторону. Мені здавалося, що я щось зроблю там, от так, як я бачу, найкраще і так далі. Ну, це тут, хочу зразу сказати, не працює. Однозначно потрібно використовувати третю сторону. От я хочу поділитися, якими третіми сторонами за останні там місяці користуюсь я. Перш за все, я розвиваю бізнес своєю дружиною Вікторією Матієшин, яка фармацевт з 20-річним стажем, і, ну, для мене особисто це просто ідеальна сторона стосовно продукту, тому що, ну, для мене це взірець знання продукту. Вона, ну, краще неї, я напевно не чув, ну, хіба там Марина Лавренюк і ще наші там певні спонсори, які теж, в принципі, круто розбираються. Але якщо взяти нашу команду безпосередньо, ну, це Вікторія дуже круто знає продукт, і я завжди використовую її як третю сторону, що стосується продукту. Що стосується бізнесу, я завжди використовую там Віталія Ткаченко, Сергія Цікавого, це Zoom-презентації, відповідно. Так само, крім Вікторії, коли нема такої можливості, я використовую Zoom-презентації наших партнерів так само по продукту, чи коли Zoom-презентації з Мариною Лавренюк і партнерами. Тобто Zoom-презентації однозначно працюють, закликаю вас це використовувати. Що стосується таких ще механізмів, як третя сторона, я почав робити пости. Пости в Facebook. Ці пости за собою однозначно приводять клієнтів, але я підкреслюю, пост повинен однозначно бути такий, який продає. В нашій компанії, в нашій команді є дуже багато інформації і навчань, які розказують, як це зробити правильно. Зробити той пост, який буде продавати. Після такого посту, зазвичай, особисто до мене, якщо я ці пости роблю, відразу
пишуть люди, дзвонять люди і самі проявляють активність, хочуть дізнатися більше про продукт, про проект. І це насправді працює. Тому навіть маленькі, скажімо, пости в Instagram, вони теж працюють, теж після них є якийсь зворотній зв'язок. Тому використовуйте, пробуйте і використовуйте пости як третю сторону, вони працюють і додають вам клієнтів і в подальшому партнерів. Ще хотів би поділитися такою гарною третьою стороною, як Німеччина. Ми, наша сім'я розвивається в бізнесі, ми розвиваємося обоє. І я до бізнесу прийшов тоді остаточно, коли попав в Німеччину. Тобто ми закрили ранг МММ, в мене дуже багато було сумнівів, в мене дуже багато було там зони відповідальності, яка десь мене тягнула до того чи іншого рішення. І потрапивши в Німеччину, от я закликаю вас, якщо ви хочете, щоб ваші чоловіки були разом з вами в бізнесі, робіть статус МММ і тягніть їх в Німеччину. Попавши в Німеччину, я дізнався про маркетинг-план, я побачив історію компанії, я побачив їхні цінності, їхні капіталовкладення, їхній бездоганний підхід до праці. Ну, шикарне місце, містечко Шпайр, яке я бажаю кожному побачити. Тому тягніть своїх чоловіків в Німеччину. Вони однозначно приймуть рішення долучитись до бізнесу, побачить всі ці перспективи, які побачив я, цей колосальний ріст в рангах, колосальний ріст в доходах. От. Все, що я хотів розказати, в принципі, з того досвіду, невеликого, точніше, ще поки що маленького, але хотів з вами цю цінну інформацію поділитися. Хотів би представити дуже гарну людину, наступного спікера, дуже крутого бізнесмена, інвестора, спеціаліста по продажах, віце-президента команди PM International і топ-лідера, який один із перших зареєструвався на поїздку в Занзібар. Зустрічайте, Максим Лисечко. Спасибо большое, Евгений. Я не Максим, Лесечка. Сейчас я Максима найду в списке. Максим, подними, пожалуйста, руку, чтобы я могла побыстрее тебе передать слово. Подними, пожалуйста, ручку. Благодарю. Вот, включаю тебе микрофончик, а то у нас тут, видишь, что происходит в чате. Хулиганов хватает, поэтому приходится немножко так защищаться. Работает микрофон, Максим? Да, меня видно, слышно. Да, и видно, и слышно, замечательно. Да. Извините за мой вид немного, с машины трансляция, ну как бы. Но это очень классно вообще. Это, знаешь, вот в этом и есть сама жизнь. Будь здесь и сейчас, успевай везде. Да, спасибо. Всем привет, меня зовут Максим. Многие меня знают как Максим Киевский. Мне 31 год. Я являюсь успешным лидером компании PM International уже на протяжении 8 месяцев. И я думаю, сейчас у многих возникнет вопрос, а почему человек, который занимался и занимается недвижимостью, инвестициями, что он делает в этом проекте? Да, ну хочу сказать, что недвижимостью я там процентов на 20 занимаюсь, ну хочу сказать, что эта сфера сейчас немного прогнулась, да, и там, где есть недвижимость, какие-то продажи, да, всегда есть какие-то нервы, риски, ежедневная головная боль. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть и поблагодарить основателей команды, основателей людей, которые принесли этот проект, привели этот проект в Украину, за возможность развиваться с таким брендом и с таким проектом. Что хочу от себя сказать и какие хочу дать рекомендации нашим партнерам, коллегам? Ну, в первую очередь, я считаю, что в этом бизнесе
важно создать себе лидера, сделать себя именно брендом. Ну, хочу, как говорится, вкратце пробежаться по таким шестью основным способам, да, которые могут сделать человека брендом. И мы все давно знаем, что люди идут в первую очередь, значит, люди идут на людей, а потом уже идут на продукт. Поэтому, если есть кого-то возможность записать, очень, очень главные шесть моментов ключевых. Да, вот первый момент. То есть человеку нужно делать ежедневно 5 консультаций. То есть это могут быть консультации в Скайпе, это могут быть консультации в Зуме. То есть получается, что при 5 консультациях в день, если взять в среднем там наши рабочие дни, 5 рабочих дней, да, если откинуть полностью субботу, воскресенье, выходные, то в неделю у вас получится 25 консультаций. И судя из статистики, судя из опыта, с 5 консультаций в день, на, ну, в одной консультации с 5 кандидатов, один кандидат всегда скажет «да». То есть если правильно преподносить, много не говорить, как говорится, все по сути, да, вкратце, то, что нас всегда учил Виктор Лавренюк, Володя Тимощук, да, то из 5 человек один человек всегда скажет «да». То есть это первый момент. Второй момент, это касаясь YouTube-канала, да, нужно делать в день один видеопост, ну то есть один ролик. В сутки делать один ролик. Причем мои рекомендации какие? Есть у нас четные дни, есть у нас нечетные дни. Моя рекомендация в нечетные дни вести контент, видеоконтент, видеоролик, который несет полезность. В четные дни ролик, который несет продажи. То есть чередовать. Там, к примеру, понедельник – это полезность, вторник – продажи. Среда – полезность, четверг – продажи. То есть это второй момент. Третий момент – это ну, делать 3 встречи в сутки. Опять же, если действовать по методу пятидневки, да, 5 дней, то получится у нас 15 встреч в неделю за 5 дней. И, соответственно, статистика показывает, что с 5 встреч в день один человек скажет тоже «да». Опять же, при правильном преподношении, да, информации, много не говорить, использовать все правила, и будет с этих 5 встреч одна встреча, то есть кандидат ваш согласится. Четвертый момент. Нужно вести один пост ежедневно. На этом пункте я немного позже хочу более подробно остановиться, где могут выставляться эти все посты. Посты могут выставляться в чатах, в каких-то да, мессенджерах, группах. Причем мои рекомендации по выставлению постов такие. В первый день пост должен нести характер там, полезности, да, то есть пост должен быть полезный. Второй день он должен быть развлекательный. И третий день он должен быть продающийся. То есть мы не можем ежедневно выставлять посты, которые просто, извините меня, там тупо сосредоточены на продажу, купи, купи, купи. То есть это должно быть первый день, понедельник, к примеру, полезный пост, вторник – развлекательный пост какой-то, да, образовательный, и третий день – среда – продающий. И таким образом чередовать по дням. Пятый инструмент, пятый главный критерий – это прямые эфиры, всем известные, да, их должно быть от 5 эфиров в неделю. То есть это эфиры Instagram, Facebook, другие какие-то, да, соцсети, где человек может публично выступить, рассказать о себе, показать себя, таким образом как бы собирать каких-то кандидатов, потенциальных людей, которых может заинтересовать продукт и проект. И последний момент, это желательно ежедневно добавлять себе в соцсетях по 5 подписчиков в сутки. То есть если мы будем добавлять в сутки по 5 подписчиков, то таким образом мы сможем за очень маленькое время, короткое время достигнуть большого количества подписчиков, которые рано или поздно станут нашими клиентами или нашими партнерами. Теперь по поводу четвертого пункта, а именно чатов, я хочу немного остановиться и рассказать, поделиться своим опытом, что я использую, как я это делаю. Да? То есть, ну, многие меня знают как там человека, который
занимается постами, да, и, там, обрабатывает информацию и выкладывает хорошие там, читаемые посты. Да. Ну, на самом деле это так. За последние там, полгода я вчера считал, мной было выставлено более 1000 постов. Это не касаясь одного телеграма, это касаясь Фейсбука, Инстаграма, допустим, других сетей, да. Поэтому какие мои рекомендации по использованию постов? То есть посты это, как говорили выше ребята, что могут быть задействованы как третья сторона. На сегодняшний день всем людям, всем партнерам известно, что да, существуют вайбер-чаты, телеграм-чаты, какие-то группы в Фейсбуке, да, мессенджеры, то есть какие-то активные чаты, в которых ведутся какие-то обсуждения по продукту, информация о продукте, да. Что я хочу посоветовать? Ну, например, судя своего опыта, я активно в последнее время использую Telegram. Telegram и Viber. То есть вы выставляете интересный контент на Telegram, в Telegram-группы, в Telegram-каналы. Причем посты, опять же, должны чередоваться. Это правило чатов, да. В первый день должен пост быть полезный, второй день развлекательный, и третий день продающийся. То есть методом чередования это создает людям большой интерес. Людям интересно находиться в таких чатах. И люди, соответственно, рано или поздно делают у вас заказы какие-то, или люди спрашивают больше предоставить информацию о продукте, да. Какие могут быть еще варианты, да, использования, как можно использовать чаты? Ну, во-первых, на примере, то есть Вайбера все знают, обычные Вайбер группы и сообщества. На примере Телеграма это обычные Телеграм-группы и Телеграм-каналы. То есть мне больше, как говорится, честно по душе и чисто моя рекомендация использовать более для меня продуктивнее это Viber, ой, Telegram-каналы. Почему Telegram-каналы? Ну, все знают, что в Telegram-группах все участники видят друг друга. Соответственно, в некоторых людей есть какое-то там недоверие при добавлении людей в эти чаты. Плюс, возможно, в эти чаты могут попасть наши конкуренты. А я, например, не хочу, чтобы некоторые люди видели, кто находится у меня в чате. Поэтому в этом случае подходит, абсолютно меня всем устраивает, мой собственный телеграм-канал, в котором новые добавленные участники не видят других участников, а видят только администратора и в беззвучном, как говорится, бесшумном режиме получают, читают все посты. Вот, последнее время я эту схему использую, рекомендую вам всем использовать. И ну, я не скажу, что она сильно эффективная, но она дает свои плоды, да. Какие еще у меня рекомендации по поводу постов? То есть всем известно сейчас, что есть в Телеграме, многие когда-то эту тему поднимали, в Телеграме есть сейчас такая возможность для каждого человека, как Телеграм-боты. Да, многие люди не понимают, что это такое. Я готов кратко объяснить, что Телеграм-боты абсолютно есть бесплатные, которые выступают как помощники вашей деятельности. К примеру, если есть у меня Telegram-бот подвязан к каналу, он может создаться абсолютно бесплатно за 10 минут, и он абсолютно бесплатно делает, помогает мне. То есть он может практически в любое обозначенное мной время и там в любой день выставлять автоматически в Telegram-канал какой-то пост. То есть я этого не делаю, могу время не терять, за меня сделать этот бот, который создается за 5 минут. То есть я думаю, кому будет интересно, рекомендую забить в Гугле, вкратце там обычная инструкция 5-минутная, которую может сделать, как говорится, каждый человек. Да? Что касается еще постов, какие я могу дать рекомендации. То есть вы, каждый человек, мое мнение, каждый человек должен делать в своих чатах, группах, вести от себя какие-то посты. То есть мы все знаем, если чужой какой-то пост взят, то люди как-то, если есть в многих группах много кандидатов, которые знают некоторых людей, которые специализируются на постах, то эти люди уже понимают, откуда исходник поста. Поэтому настоятельно всем рекомендую вести от себя посты,
заинтересовать своих людей своим подходом, вести себя как лидер и развивать себя как бренд. Поэтому потому что в первую очередь люди будут идти на вас. Они посмотрят на вас, кто вы такой, насколько вы грамотно все преподносите, какая у вас информация. И уже будет сделано там на 70% к вам открытость и к вам доступ. Остальные 30% заберет на себя продукт, который шикарный, который шикарно работает. По поводу других моментов, если человек берет, моя рекомендация какая, если человек берет чужие посты, обязательно всегда нужно во всех соцсетях оставлять автора поста. И желательно к каждому посту, в каждом чате делать красивые, качественные картинки, на которых, соответственно, должно быть обозначение автора. То есть это может быть там, ну, к примеру, там, там автор, и фамилия, и имя, или там Лига чемпионов, к примеру, название команды. Да? То есть обязательно обозначать, откуда появился пост, и здесь нету ничего странного. То есть человек за свои труды, действительно, если человек хочет сделать себя брендом, раскрутить себя, показать, что он специализируется в написании постов, в написании там видео, там создании видеороликов, он обязательно должен позначать и, то есть, обозначать свою работу. По поводу информации, где брать информацию на такие шикарные посты, на такие шикарные там, да, чаты, выбрасывать интересные статьи. Хочу немного поделиться своим опытом, своим мнением. Да. Здесь нету ничего сложного. Мои рекомендации, чтобы посты были всегда интересные, хорошо читались, и как бы подписчику было интересно оставаться в любом чате и наблюдать за вами, я рекомендую там, найти сайты правильного питания какие-то, подписаться в каких-то соцсетях, на диетологов, на врачей. Да? Почему на диетологов, на врачей? Да потому что в диетологов есть очень много интересных статей, да, интересных постов, к примеру, там пост о важности селена. А наш селен есть во всех, там, во многих продуктах. Пост о важности того. То есть у вас уже готовые есть шаблоны, есть готовая информация. Поэтому вам нужно ее немножко переделать, сосредоточить именно на ваш кабинет, добавить в конце какую-то вставку, касаясь продукта, который вы хотите продать или о котором вы хотите рассказать. И, как говорится, дело сделано. Такие посты будут круто читаться. Они будут авторские, потому что вы его переделали, от себя что-то написали. Можете свой пример навести, свой опыт, свой результат, свой отзыв. Поэтому я всегда говорил, что использование чатов как третьей стороны сейчас очень эффективно. За последний там, месяц-два там, обороты, благодаря обороты продажи любых продуктов выросли в мире благодаря чатам, телеграмам, вайберам. Все продажи сейчас удаленно в связи с карантином делаются в таких группах. Да? Еще немаловажно, что я всегда говорил, что любая встреча, она, чтобы вам встретиться с вашим кандидатом, вам нужно выделить время. Вам нужно потратить какие-то денежные средства. К примеру, мне нужно поехать в соседнюю область, пообщаться со своим кандидатом. А есть гораздо проще путь. Это просто добавлять человека в чат. Таких людей можно добавить немерено. И уже работы, то есть за ваш чат будет давать людям информацию, там, о продукте, отзывы. То есть человек сможет за неделю абсолютно ознакомиться с продуктом, иметь полное понимание, с чем он имеет дело, и на 60-70% он уже будет заинтересован. Это говорю, судя своего опыта. Поэтому такие чаты – это очень крутая третья сторона и очень крутая помощь всем людям. Поэтому настоятельно рекомендую экономить свое время, время сейчас на вес золота, и как бы создавать свои какие-то чаты внутренние или добавлять в действенные существенные чаты PM, которые сейчас есть. Это могут быть ваши собственные группы, это могут быть общие чаты, вы можете новые создать, как бы, как говорится, вариантов много. Еще что хочу сказать в заключении.
что если мы будем делать всю эту работу с чатами, добавлять новых людей, вести интересные посты по методу там 1-3, да, полезный, развлекательный, продающий, то, соответственно, вы сможете делать, как говорится, большой успех, показать себя лидером, воспитать себя брендом и создать очень большой кабинет людей, которые смогут у вас покупать этот продукт и развиваться с вами вместе в этом бизнесе. Поэтому это нам даст в первую очередь расширение базы клиентов, наладить связь с аудиторией, повысить доверие к бренду и вам, популяризирует ваш и ваш бренд и, соответственно, поднимет большое доверие к вам, и вы уже будете как отдельная личность, за которой смогут идти там люди тысячами. Поэтому такие рекомендации от меня. Можете использовать их ежедневно, чаты, посты, и я думаю, успех не за горами. Большое спасибо за внимание. И я хочу сейчас представить вам следующего спикера. Веселого и находчивого человека, верного мужа и замечательного отца, вице-президента компании, топ-20 Украины, в прошлом повар, официант, бармен, судовой кок. Владимир Володько. Владимир. Здравствуйте. Меня слышно? Добрый день. Добрый день. Отлично, слышно. Спасибо большое, Максим. И уже в предвкушении, Владимир, твоего выступления я в личку получила огромное количество благодарностей сейчас за выступление всех наших предыдущих спикеров. Сижу и тихонько ликую, какие достойные, прекрасные, успешные мужчины у нас в команде. От себя добавлю, что все ваши действия, все, что вы приняли решение сегодня, вы обязательно согласуйте со своими вышестоящими спонсорами и наставниками, потому что мы сегодня делимся опытом и личным мнением, но вам для того, чтобы следовать системе и принципам MLM, все, что вы посчитали, нужно сегодня вот предпринять, начать делать, обязательно согласуйте это со своими наставниками, чтобы это было в контексте системы работы вашей команды. Спасибо большое. Итак, Владимир, ты можешь включить камеру? У меня тут, боюсь, воля не тянет, чтобы не было перебоя. Да? Окей, тогда предоставляем тебе слово, готовы тебя услышать. Какая для тебя есть третья сторона? Добрый день. Благодарю, Марина, благодарю, Максим, за такое прекрасное представление, очень приятно. И вообще вот впечатлен твоим обучением. Всегда с интересом смотрю и наблюдаю за твоими достижениями, твоими постами в соцсетях. Ты реально делаешь это все профессионально и доступно. Спасибо тебе. Итак, добрый день, партнеры, друзья. Меня зовут Владимир Володько, мне 34 года, я из Харькова, хотя родом я из Крыма. Имею красавицу жену и 6-летнего сына. На сегодняшний день я являюсь топ-лидером компании, вхожу в рейтинг топ-20 Украины. Имею команду более из 100 человек уже в 5 странах. Профессионально сетевым бизнесом я начал заниматься с августа месяца прошлого года. Раньше такого опыта у меня не было, так как по образованию я повар, официант, бармен, как было выше упомянуто. Получил я такую, скажем, тройную уникальную профессию Ивано-Франковске, а также профессию технолога пищевой промышленности. После окончания колледжа с красным дипломом я проходил трехмесячную кулинарную практику в Германии, в городе Регенсбург под Мюнхеном. И уже, это было в 2004 году, и уже тогда я полюбил немцев за их педантичность, ответственность и, наверное, к качественным, ну, подходам ко всему. А сейчас хочу вам объяснить, почему, имея довольно интересный спектр профессий, на сегодня отказался от этого и развиваю MLM-проект. 18 лет я посвятил профессии, упорно трудился, не рассматривая каких-либо перспектив, уходил на работу
в 7 утра моя семья еще спала, возвращался в 11 после изнурительных банкетов, они уже спали, и все эти 12-14 часов на ногах, работая физически, имея при этом неплохую заработную плату, но абсолютно стабильную и без особых перспектив какого-либо карьерного роста. В такой профессии, как ни крути, все равно выше головы как не прыгнешь. Был также опыт работы с судовым коком в Африке. Даже рассматривал ходить в рейсы как системно. Для этого получил паспорт моряка. И так как привлекало меня вот желание путешествовать и побольше зарабатывать, даже подрабатывал на этом же судне в трюме грузчиком. Да, получил хорошие деньги за рейс, но они не стоили столь длительных разлук с семьей как бы и родными. Потратились они быстро за несколько месяцев, и на этом я решил, что мой морской опыт будет завершен. Дальше развивал небольшой гостиничный бизнес в Крыму у себя дома. Все было хорошо, но большой минус – это сезонность. А с нынешними ситуациями, как бы вот Крым вообще рухнул, и так как вот стал непризнанной территорией, скажем, в общем, скажу, что для меня, для себя я увидел здесь все, о чем мечтал и к чему стремился. Развитие, карьерный рост, растущий чек, возможность вот быть с семьей и путешествовать вместе же с ними. И, конечно, что немаловажно, это вот отсутствие потолка, в котором вот нет ни границ, ни пределов нашим возможностям. Поэтому сетевой, к которому я раньше относился скептически, сейчас считаю лучшим видом бизнеса по многим критериям. И думаю, что у каждого из вас стоял вопрос, как же начать, если вот в этом еще как бы не разбираешься, а увидел перспективы. Ну, на самом деле все просто. Так было как бы у меня, и что сейчас советую вам. Для себя, в первую очередь, что я хорошо уяснил, это что на начальном этапе это нужно общаться с людьми и успешно пользоваться третьей стороной. Третья сторона – это гарантия нашего успеха, наш надежный помощник, наш тыл, в чем всегда поможет. Чем быстрее вы это поймете и начнете этим пользоваться, тем будет легче идти в ваш бизнес. Третьей стороной для нас может стать это партнер по бизнесу, вышестоящий наставник, это вебинары, прямые эфиры, справочники, Zoom-презентации, чаты по продуктам. Такие инструменты, вот как все я перечислил, сделают за вас все сами. Но важным моментом здесь это эффективно и качественно продать свою третью сторону. Это так и называется, промоушен третьей стороне. Это вот расхвалить и показать вот важность человека того или иного инструмента. Так, чтобы ему вот захотелось им воспользоваться, к примеру, если мы говорим о справочнике или чате, чтобы захотелось его услышать, если мы говорим о вебинаре, презентации или том же прямом эфире, и чтобы захотелось, наконец, пообщаться с этим человеком, если мы говорим о наставнике, вышестоящем спонсоре нашем. Делайте промоушен так, чтобы вам вот самим хотелось и захотелось увидеть, услышать или пообщаться с той или иной третьей стороной. Может, будете сейчас смеяться, но вот недавно я только готовил презентацию проекта для кандидатов в Zoom-комнате и расписал все вот так, что и самому захотелось вновь подписаться в нашей команде. Пользоваться третьей стороной – это реально эффективно. Это большой плюс в нашем виде бизнеса. Когда ваша задача представить, остальное сделают за вас. Даже если вы сами уже эксперт, и вам кажется, что вы сами можете все сделать и рассказать, то поверьте, ваши люди в большинстве случаев услышат и разберутся, если это будет через третью сторону. А вы уже будете выступать третьей стороной для своих людей, для своей команды. Особенно важно донести и рассказать об этом своим новичкам в начале пути, когда они вот впечатлены результатом продуктов, действиями продукта, у них горят глаза, и они вот готовы своим знакомым за час рассказать все о продукте и проекте. Вот первое, чему нужно научить новичков, как правильно переключаться на третью сторону.
Это вот сравнивал так. Можете представить себе человек по профессии сантехник, приходит домой и начинает рассказывать, как важно дополнить свой рацион клеточным питанием, и что сетевой – это сейчас перспективный бизнес. Ну, для его знакомых он вообще не эксперт в этой отрасли, и поэтому, если он начнет доносить эту информацию сам, то он потеряет этих людей, как своих будущих и нынешних кандидатов. А вот если он скажет, что пьет продукт, у него уже есть результаты, он получил какие-либо, его, что он не сможет объяснить это так, как объясняет доктор в вебинаре, или как расписано в справочнике от научного совета, оставит ему его на пару дней, чтобы он его почитал. Или скажет, что может познакомить человека, который пришел в этот бизнес, не знаю, вот он был военным, а сейчас в сетевом зарабатывает 30 тысяч евро. Вот тогда у новичка все пойдет значительно эффективнее. Скажу, какой третьей стороной чаще пользуюсь я. Я знакомлюсь с людьми, узнаю их интересы, потребности, добавляю их в чат. Так же, как и говорили многие, есть группа в Фейсбуке, или же приглашаю на просмотр Zoom-презентации, или же даже перевожу на свою жену и представляю ее как эксперта. Делайте качественный промоушен, используйте третью сторону, и вы построите вот успешно растущий бизнес, который как бы позволил воплотить все ваши мечты. Третья сторона – это наш помощник, это наш тыл, это наша поддержка. Как бы на сегодня, в принципе, все, о чем я хотел бы поделиться на этом этапе, так как третья сторона, как вы уже слышали, это есть все, это и Zoom-презентации, это вебинары, это семинары, это телеграммы, Facebook, все, что вокруг нас только может быть, все это может быть третьей стороной инструментов. Сейчас я хочу вас поблагодарить за внимание и хочу представить вам успешного партнера нашей команды из Покрова. Человек с двумя высшими образованиями, имеет более 20 лет стажа от механика до руководителя отдела аппарата управления и предприятия. Работал на рынке ценных бумаг и корпоративного управления, но сейчас это успешный лидер, MLM-эксперт клеточного питания, менеджер по международному маркетингу компании PM Сергей Кирпов. Пожалуйста, слово тебе, Сережа. Спасибо. Благодарю, Володя, благодарю всем сегодняшним выступающим. Очень для меня была ценна, очень важная информация. Как меня слышно? Слышно замечательно, очень хорошо и даже видно. И я прям воодушевлена тем, что я вижу за твоей спиной. Очень хотел найти что-то какое-то интересное, потом подумала, почему бы не использовать третью сторону в виде телевизора, поэтому вот у меня сегодня такой вот интересный внешний вид, поэтому у меня сегодня такая довольно-таки интересная тоже тема для третьей стороны. Поэтому я думаю, как раз то, что за моей спиной, будет тоже очень как бы к теме моего выступления. Ну, хочу немножко сказать о себе. В принципе, как бы благодарю Володю, он все как бы уже во многом рассказал. Единственное, хочу сказать, что сейчас я сетевик, и этим горжусь, поскольку я увидел в этом очень большие перспективы. Мне удалось разобраться именно с этим видом бизнеса. И сейчас считаю, что это самый перспективный, самый передовой вид бизнеса, на который стоит каждому обратить внимание. Почему именно сетевой и почему именно PM? Ну, наверное, все это очень просто, потому что каждый, кто здесь есть из партнеров, знает все преимущества, поскольку у нас есть уникальный продукт, у нас есть уникальные технологии. Это немецкая компания с немецким качеством продукта. Это wellness-индустрия, это отрасль, которая в наше время самая перспективная, и в ближайшие 20-30 лет это будет передовой
цифровые отрасли, в которые будут работать. Также хочется отметить, что наша компания, она уже бьет все рекорды по темпам роста. Это единственная компания, которая за все время существования имеет постоянные темпы роста и уже достигла товарооборота 1 миллиард долларов в год. Это действительно очень круто, это очень перспективно, и то, что компания только начинает развиваться в мире, всего несколько лет, да, как бы мы знаем, что компания самой 26 лет, но она 23 года работала в Германии только, и вот последние 4 года открыто 42 страны, и сейчас развивается дальше. Поэтому здесь сетевик в компании PM очень рад и тем, что у нас очень шикарная команда, мы работаем дружно, мы работаем, помогаем друг другу, и вот действительно все выступающие сегодня спикеры, которые были, благодарю им всем и благодарю Марине, тебе с Виктором, то есть за те ресурсы, что вы даете, то есть... Чувствуется вот лидерство, чувствуется профессионализм, и поэтому такие темпы у нас и получаются. Сегодняшняя моя тема – это Инстаграм. Это третья сторона, одна из третьих сторон, которые у нас существуют, поэтому вкратце расскажу о ней. Это крутой ресурс, это ресурс, который пользуется спросом, который интересен. Но прежде всего хочу сказать, что... Какая же целевая аудитория для Инстаграма, чем он отличается немножко от других? Я имею в виду от Фейсбука, от Ютуба и всего остального. Ну, наверное, прежде всего тем, что Инстаграм – это целевая аудитория молодежь. То есть это возраст где-то 12, 35-40 лет, вот такие. То есть Инстаграм это вот вау, класс, вау, это круто. То есть это движ, это молодежь, да, это вот то, что должно всегда вас насыщать вот этой энергией, то есть вот именно вот этим. Поэтому вы должны реально понимать, что в Инстаграм в основном это для такого возраста, хотя официально с 18 лет рекомендуется, ну не рекомендуется, а Инстаграм с 18 лет как бы дает возможность зарегистрироваться. Ну, регистрируется намного моложе, но мы должны также понимать, что в Европе, в мире молодежь в нашем проекте очень хорошо и быстро развивается. Поэтому мы должны обязательно эту нишу тоже к себе брать и пользоваться им, поскольку именно молодежь есть нашим активайсом, да, нашим движем, нашей энергией, и вот именно они нам и дают вот этот вот ресурс и будут нас всегда подпитывать, когда у вас будет в команде много молодых партнеров, то, я думаю, вам будет весело, интересно развиваться, и действительно бизнес будет простой, и он будет быстро развиваться. Что бы хотел отметить из основного? Инстаграм в основном это ваши фото. Здесь не нужно много писать, я бы даже сказал, что до тех пор, пока ваше фото не будет интересным, то никто ваш текст читать не будет. То есть, когда вы заходите на странички Инстаграма, да, то вот вы видите целую кучу фотографий, они должны быть очень интересными, они должны быть необычными, они должны быть яркими, и это вот то основное, что есть именно в Инстаграме. Поэтому учитесь к тому, что вы будете фотографировать себя, фотографировать все интересное вокруг, работать с различными инструментами, с коллажами, которые вот будут делать ваши фотографии более интересными. Поэтому это вот Инстаграм, это вот эта вот часть. В Инстаграме есть две составляющие. Это первое, это фотографии, которые вы выставляете у себя как бы вот на основной страничке, а вторая составляющая это сторис. Я немножко по-разному, как бы вот, ну, не по-разному, а по отдельности порассказываю об этом, поскольку это действительно разные вещи. Фотографии, которые вы будете выставлять, ну, фотографии и видео, да, то есть как бы и один, и второй ресурс работает очень хорошо. Единственное, что в отношении видео хочу сказать, что в Инстаграме записывается до 1 минуты видео, и при этом, ну, как бы есть сейчас уже новый ресурс IGTV, где больше, чем на 1 минуту можно записывать видео, но он, как правило, не работает, ну, он не то, что не работает, но менее используется, поэтому просто ориентируйтесь на 1 минуту видео, да, по сути, как бы больше и не надо, поскольку зачем очень много уделять времени молодежь? Молодежь быстро все славливает, что ей нужно.
Очень важно также в Инстаграме лайкать, именно на лайки, на сердечки, которые вы будете ставить, они очень хорошо работают, и вы будете видеть, кто, кому интересны ваши фотографии, за счет этого сможете с ними подружиться. Хороший ресурс в Инстаграме – это хэштеги, да, то есть вот решеточку пишете и пишете слова, как прекрасен этот мир, да, либо здоровье – это самое главное, без пробелов, все это пишите одной строчечкой, это те хэштеги, то есть это инструмент, по которому вы сможете привлечь новых своих подписчиков, которые также указали такой же самый хэштег. Единственное, хочу здесь сказать, что не выбирайте хэштеги, которые имеют очень много, ну, как бы повторяющихся, там, которые там за 10, 20, 30 тысяч. То есть берите такие средненькие, поскольку если вы выберете хэштег, ну, там, образно говоря, просто здоровье или просто там счастье или там любовь, да, то это будет огромное количество таких же самых фотографий с этим хэштегом, и ваш хэштег и ваша фотография может просто затеряться. Поэтому лучше вот брать не самые маленькие, но и не самые большие. Вот, как говорят, серединка самая лучшая. Ну вот, в принципе, наверное, об этом именно и все. Перейду к второму ресурсу, это вот именно Stories. Я бы сказал, что Stories – это, наверное, даже самый сейчас распространенный как бы вот механизм в Инстаграме работы. То есть, по сути, это ваша жизнь. И вообще, как бы, как на меня, вот Инстаграм, она чем-то перекликается с тем, что это ваша жизнь. То есть вы где-то идете по улице, что-то увидели интересное, сфотографировали, да, то есть выставили наш продукт на каком-то красивом виде, сфотографировали. То есть при этом рекомендуется, чтобы эти фотографии были какие-то необычные, веселые, чтобы молодежь обращала на них внимание. Поэтому вот в Stories это вот те фотографии, которые вы будете очень часто выставлять. Почему очень часто? Потому что Stories это вот в верхней части, как бы вот на телефоне вверху эти сторисы показываются, и они видны первыми видны те, которые самый последний человек выставил. То есть, образно говоря, те, которые выставлены там 4-5 часов назад, они будут где-то в конце, и учитывая, что у вас много подписчиков, они даже, как бы человек даже к ним не дойдет и их не посмотрит. Поэтому рекомендуется выставлять в день где-то 10-15 сторис, фотографий таких, и выставлять их через час-полтора. То есть промежуток времени должен быть небольшой, чтобы вы всегда были первые, то есть чтобы вы всегда светились в начале. Также хочу сказать по сторису очень хорошую вещь, то, что я люблю использовать, это вот именно опросники. Когда вы задаете какой-то вопрос, где там, к примеру, человек может ответить либо да, либо нет, ну, я обычно нет не использую, я нет перефразирую через то, что расскажу позже, либо как бы хочу узнать, что это такое. Когда у вас вот такие вот опросники используются, то тогда у вас очень хорошая обратная связь с человеком. То есть, как правило, на такие опросники больше люди идут и отвечают вам, и вы уже получаете контакт заинтересованного человека, исходя из того вопроса, что вы задали, и вы уже, как бы, знаете, вот как сработали уже первое касание, уже немножко как бы рассказали, поделились, о чем это, и интересно ли это человеку. Поэтому сторис используйте. Единственное, что не нужно во всех 15 сторисах, которые вы будете выставлять, везде использовать опросники. То есть достаточно там одного-двух, этого будет достаточно. Обязательно в фотографии вставляйте различные, скажем так, смайлики, сердечки там для девчонок больше. Ну, то есть любые какие-то атрибуты, которые будут делать вашу фотографию необычной. Да, и по сути в Гугле можете забить, как работать в сторис, и у вас там огромное количество будет предложений. Хочу сказать еще про видео в сторис. В сторис вы можете, ну, скажем так, одно видео в сторис – это максимум 15 секунд. То есть это не минута, которая в общем у вас в фотографии, в общем, на общей страничке в сторис – это немножко. Но вы, если записываете и на большее количество времени, то они просто у вас будут подряд.
То есть по 15 секунд несколько этих видео, и по сути оно будет читаемо, но должны понимать, что это не должно быть опять-таки очень длинные записи, поскольку это будет очень много подробленного видео, и человеку может просто надоесть его все это читать и слушать. И хочу сказать, что сторисом, ну, наверное, пользуется чуть ли не под 95-99% всех. То есть это очень модно, это то, что сейчас все делают, поэтому очень хороший ресурс. В отношении текста к фотографии, ну вот что бы я мог порекомендовать, поскольку, как правило, это в Инстаграме вы работаете с телефоном, да, поскольку вы всегда где-то где движетесь, и всегда как бы должен быть с собой телефон, чтобы можно было сделать фотографию в сторис. Писать не всегда очень удобно на телефон, поэтому вы можете использовать либо Viber, либо Telegram для написания, а потом уже оттуда скопировать. Можете прямо в своих чатах, которые ведете, сразу написать текст, да, а потом его как бы скопировать и вставить уже как текст в сторис на фотографию. То есть там есть такая функция справа вверху, там буковка А, как бы нажимаете, и у вас есть возможность на фотографии написать свой текст, чтобы это было интересно и весело. Ну вот, наверное, примерно вот в основном все как бы рассказал, поскольку довольно-таки время у нас всех сжато. Если в завершении, то хочется сказать, знаете, что такое? Ну, вот, в Инстаграме будет классно, если вы напишете «чики-пуки». То есть это будет весело, интересно и необычно. То есть это не все те какие-то вот строгие вещи должны быть, да, то есть иногда вы можете там немножко пошутить, повеселить людей, но при этом должны понимать и то, что шутки должны быть уместны с нашим бизнесом, да, то есть с одной стороны вы себя ведете как бренд классический, но в то же время и это должно быть интересно и весело для того, чтобы привлечь новых клиентов. Наверное, на этом буду заканчивать. Большое спасибо, что слушали меня. Я надеюсь, что был полезным. И хочу передать в дальнейшем слово для выступления очень успешному человеку в нашем проекте. Хочу передать слово Владимиру Мисенко, это Чернигов, это человек, которого я знаю давно, еще по прошлому проекту. Это энергия, это жизненный ритм, это бизнесмен, человек, у которого есть собственное производство, семьянин замечательный. Ну и просто очень хороший человек, всегда, когда встречаемся, очень хорошее общение. Передаю слово нашему топ-лидеру нашей команды. Это человек, который занимает ранг уже старшего вице-президента компании Владимир Мисенко. Володя, ты с нами? Да, я с вами, но вы меня не слышите. Уже слышим. Спасибо уже большое, слышите? Сергей. Передаем слово Владимиру. Видим и слышим. Ура! Да. Добрый день, друзья. Меня зовут Владимир Мисенко. Я благодарю предыдущих спикеров. Все было замечательно. Слушал, затаив дыхание. Даже кое-что помечал, записывал то, что не знаю. Потому что, обучая других, мы обучаемся сами. Пометьте себе такую хорошую фразу, не знаю, кто ее когда-то сказал, но на самом деле это так и есть, потому что мы берем всегда самое лучшее, самое ценное. Я сегодня представлюсь еще раз, Владимир Мисенко. Мне 47 лет, я живу в городе Чернигове, родился здесь. И на протяжении 24 лет я всегда развивал свой личный бизнес. Я тогда не знал, что это брендом называется, в 90-е годы. Это считалось просто предприниматель-бизнесмен. И вот с 97 года по 2009 год, нетрудно посчитать, 12 лет я развивал себя как предпринимателя. И прежде чем добиться каких-то результатов, прошло около 12 лет. Я зарабатывал в тот момент деньги, я имел возможность уже путешествовать, отдыхать, но у меня не было возможности на нормальный отдых, на то, чтобы этим проектом моим занимались другие люди. То есть у меня были наемные работники, но все равно всю
черную работу приходилось делать мне и моему компаньону. И только спустя 12 лет у меня появились бригадиры, помощники, водители, которые уже взяли ответственность всю на себя. Вот представляете, 12 лет. Здесь, в нашем сегодняшнем бизнесе PM International, здесь все гораздо проще. Вы приняли решение, взяли ответственность на себя и делитесь этим продуктом, этим проектом с другими людьми. То есть самое главное в сегодняшний момент – принять вам решение. После того, как вы принимаете решение, у вас есть спонсор, который вам уже будет помогать, подсказывать, рассказывать, как двигаться дальше. Я сегодня затрону такую тему, как развиваться в этом проекте, откуда брать ваших будущих партнеров, как с ними работать, в каких сетях доносить им информацию и как с ними коммуницировать. Потому что в сегодняшнее время так называемым вакуум, который нас закрыли, да, по домам, по квартирам, с одной стороны это хорошо, с другой стороны вроде бы не очень. Я, обучаясь еще летом 2019 года у одного успешного сетевика, давно слышал, еще летом, подчеркиваю, за то, что многие мы слышали, да, но мы очень часто слышим, но не используем того, что нам говорят. Так вот, он давно использовал Zoom-конференции. Мы к ним пришли буквально вот несколько месяцев назад. И я, благодаря своему спонсору Наталье Черниенке, говорил: Наталья, давай переходить в Zoom, потому что поездки отнимают очень много времени и сил. Деньги – это, знаете, такое, это ресурс. А вот именно сил, когда ты приезжаешь 1000 километров с одного города в другой, и тебе надо выступать, тебе надо раскрыть всю, будем так говорить, мощь этого проекта, у тебя уже нету сил, ты уже уставший, уже хочется тебе пойти в номер, в отель и так далее. Так вот, Zoom и Skype на сегодняшний день являются приоритетами, чтобы мы с вами могли на любом расстоянии, я знаю, что у нас тут много людей с разных стран, которые нас слышат, видят и можем доносить, ну только запаха у нас нет. Все остальное мы можем показывать и рассказывать. Вот, Zoom и Skype – это один из таких сильных инструментов, которые мы должны с вами использовать. Но чтобы начать использовать этот ресурс, нам нужно туда кого-то пригласить. Согласны со мной? Если согласны, кивните головой. Значит, чтобы пригласить людей, надо нам иметь список. Я вам скажу из своего опыта. У меня опыт в сетевом ровно 3 года. И мой успешный опыт тоже был в первом сетевом проекте буквально через 3 месяца после того, как я услышал своих наставников, в частности, Виктора Лавренюка. Мне это было очень ценно, когда я приехал в Чернигов, рассказал об там, каких-то своих видениях и сказал: а у тебя что, нету своего списка? Я в тот момент просто употреблял продукт, и бизнес меня сильно там не интересовал. И приехавши в Харьков, я показал Виктору и Марине свои списки. Я сделал их, будем так говорить, без подсказок, хаотично, на своем личном опыте, потому что у меня огромный круг клиентов и партнеров по всей Украине. Я вам рекомендую взять телефон в руки после Zoom, не сейчас, конечно. И вот что часто делают, какую ошибку люди делают? Они берут телефон и начинают листать. Этот человек бедный, этот богатый, этот меня не услышит. Вы начинаете перебирать, да? Но телефон не перебирая, это так не работает. Составьте списки по знакомым, по друзьям каких-то друзей, возможно, родственников список отдельно составить обязательно. Потом где-то вы отдыхали, с кем-то вы познакомились, чисто случайные встречи. Я не буду показывать, у меня эта тетрадка вот со всеми списками, все есть. Кому интересно, в личку напишите, поделюсь. Отдельно видео сниму за свою тетрадь. Это, наверное, надо сделать и выложить у себя на YouTube-канале, как пособничество, которое, вот как работает инструмент. Потому что
сила, есть такая сила притяжения, вы ручкой написали, и вот этому человеку вы начнете звонить. Вы должны помнить одно, что решение принимаете не вы, решение принимает тот человек, которому вы даете информацию. И от него зависит дальнейшее, быть с вами или не быть. Вы просто сразу вот вспоминайте, как вы попали в этот сетевой бизнес и ваш спонсор. Скорее всего, то же самое. Человек был выписан в блокнот, в тетрадку, и начали звонить по этому списку и попали на вас. Да? Может, вы вначале сопротивлялись, там, и вас это не интересовало, как меня. Я сказал, меня бизнес вообще не интересует. Вот. Еще такой момент. Первое, что должен сделать человек, который заинтересовался и сказал вам, да, мне интересен этот бизнес, попросите этого человека, чтобы он составил список в течение первого, одного, двух дней. Ну, там, трех максимум. Потому что если этот человек сказал «да», значит, он принял решение. Если он составит список в течение этих двух дней, у него сразу же откроется первая возможность. Список должен быть минимум 200 человек. Пусть он эти телефоны берет со своего телефона, телефона жены, там где-то с подружек каких-то выпишет. Но это должен быть список минимум 200 человек. И как только вы от человека услышите, что он выписал эти 200 телефонов, тогда можно уже переходить к следующему этапу, чтобы с ним работать. Просто многие люди думают, что у них память такая большая, и они всех по памяти помнят и будут звонить. Это не работает. Еще немаловажно сделать тетрадку, в которой разграфить, допустим, там фамилия, номер, пункт какой, плюс-минус ноль. У меня есть такая еще графа. Это где вы помечаете человеку, интересно, когда вы позвонили, неинтересно. С какого он города, откуда помечать, когда вы будете звонить человеку, делать примечание. Откуда этот знакомый? Может, вам это кто-то порекомендовал, этого знакомого? И тетрадка это будет у вас вести постоянно. Ваш список знакомых будет постоянно обновляться. Поверьте, если вы скажете, у меня в телефоне всего там 200-300 человек, на самом деле вот эти 200-300 человек, мы, люди, являемся еще проводниками. И эти люди будут тоже для вас проводниками. Возможно, они просто будут кушать продукт, но они захотят с кем-то поделиться. А этот человек, которому они с кем поделились, он скажет, мне интересен бизнес. На сегодняшний момент, не знаю, я в этом сейчас уже стараюсь, будем так говорить, кричать на всю, что будет осенью этого года и зимой, когда сейчас весь бизнес, честно говоря, лежит. Мой бизнес в данный момент тоже остановился и не работает, потому что оптовые рынки Украины не работают. И многие на данный момент пока не задумываются на эту тему. Они еще живут какой-то такой, знаете, на поверхности, на глади как бы моря, загораясь, наблюдают за этим, думают, сейчас это все закончится, и опять все будет как прежде. Нет, прежде вообще ничего не будет уже. Уже совершенно все поменяется по-другому. И об этом я вам напомню буквально в сентябре месяце, так заглянувши в свои ваши тетрадки, то, что я записываю и пометки себе делаю. Поэтому наша задача сейчас просто составить список знакомых и поработать с вашими же партнерами. Если вы являетесь лидерами, то вы должны сесть и со своим новичком проработать этот список партнеров. Третья сторона является весомой и гарантирована на то, что не вас, а вашего спонсора или вашего человека услышат. Есть, знаете, такая закономерность, ну, это пишет так интернет, я не сильно к этому придерживаюсь, потому что у каждого своя такая энергия, на которую идут люди. Из 10 человек, которые в вашем списке, один будет ваш 100% и будет работать. Из 100 человек, из холодного списка контактов будет тоже один человек 100% ваш. И так же самое из интернета, то, что мы сейчас пользуемся, используем этот ресурс. Возможно, наверное, это уже данные немножко устаревшие, но я думаю, что из 1000 человек 5 человек как минимум
вас услышат и заинтересуются, что вы рассказываете и что вы хотите людям донести. Потому что интернет сейчас на самом деле конкретно рулит. Вот мы в нем, и вы меня слышите, я вас. Ну, в нашем в сегодняшнем бизнесе важно не просто список знакомых, а чтобы вы с ним поработали или лично, или со своим партнером. Это ответственность, в первую очередь, перед самим собой. Я понимаю, что нам лень, нам не хочется этого делать, но только то, что нам тяжело делать, и то, что мы не хотим делать, нам всегда приносит результат. Согласны? Кивните головой обязательно. Потому что, когда вы ходите на работу, вам за это платят зарплату, да? А вот когда платят зарплату, то я считаю, что наш мозг в этот момент отключается. Мы уже не работаем. Потому что в тот момент мы просто сидим, делая какую-то работу и ждем эту зарплату. Если мы предприниматели, то мы начинаем находить новые возможности. Мы задаем себе вопрос, как это создать. Не как это получить, а как это создать. И вот создавая свои списки, работая с этими списками, к вам придут такие же подобные люди, как вы. Они будут уверены в том, что перед ними находится человек, который им подскажет, расскажет, как успешно работать в нашей компании, в нашей такой громадной нише, которая на сегодняшний день открыта. Потому что люди на самом деле сейчас в основном ищут возможности и быть здоровыми в первую очередь. Я как предприниматель всегда искал возможности. И вот знаете, когда человек что-то ищет, к нему приходят и притягиваются такие же подобные люди. В моей команде сейчас, по-моему, 7 или 8 стран. Канада самая дальняя на данный момент. И вот, как ни странно, каждый день, каждый месяц появляются новые какие-то такие открытые горизонты, куда хочется тебе обязательно позвонить, а возможность у нас есть. Компания открыта, сами понимаете, в 58 странах мира, и ничего не составляет труда людям дать свой ID-номер, они зарегистрировались, и вы уже с ними коммуницируете в сетях, которым вам удобно. Zoom, Skype, Viber, Telegram, Instagram, YouTube-канал. Это все вместе дает вам такой мощный импульс на ваше развитие. Вы только этого должны захотеть. И раз вы приняли решение, зашли в компанию PM, то она вам предоставит уже все возможности вместе с продуктом, а дальнейшее ваше развитие будет уже зависеть от вас самих, ну и, естественно, обязательно просите вашего спонсора. Кто имеет своего спонсора, тот имеет все. Любимая моя фраза, поэтому я всегда говорю, звоните мне 24/7. Когда-то я проговорился на днях и написал себе в тетрадке, звоните мне 24/7. Представляете, у меня уже день расширился, горизонты мои расширились, у меня уже 27 часов в сутках есть. И на самом деле это так и есть, потому что первые, возможно, скажут, ну вот, это надо сидеть, звонить, это сколько времени тратить. Но некоторые люди тратят на свою работу 30-40 лет. Потом у них не пенсия, а гулькин нос, вообще ничего нету. Здесь можно, надо откровенно говорить, можно повпахивать, классно поработать ближайший год, два, три. Чем шире ваш список, чем больше этот список будет, тем быстрее будет ваш старт. Дайте возможность, чтобы ваш спонсор вам помог, потому что успех ваш зависит напрямую от него тоже. Чем больше будет у вас телефонов или контактов, или зум-конференций с теми или иными людьми, тем быстрее вы стартанете. Конечно, если вы придете со списком 2 человека и скажете, я в них уверен, это крутые ребята, все, поехали. Ну, на самом деле это может совсем не сработать. Вы никогда не принимайте за них решения. Я не знаю, можно еще долго рассказывать, я смотрю на время, у меня время уже вышло. Я закончу самое главное. Самое главное. Это
Ваши будущие партнеры – это могут быть ваши будущие друзья. Те, которые у вас сейчас друзья, на самом деле могут не являться вашими друзьями, потому что вы им предложили сетевой, и они на вас посмотрели, ну, как-то так, да? И обязательно с чего надо начать? Это записать список знакомых с 200 человек. Записали? Второе. Писать список в первые 3 дня. Лучше в первый день. Заставьте этого человека, попросите, будем так говорить, донесите этому важность, чтобы он написал список в первый день. Ну, пусть это будет второй день. Вот когда он затратит свою энергию на этот список, он поймет, насколько он у него огромный, насколько он может быстренько стартануть с этими людьми, он это сразу будет оценивать. И обязательно покажите, если вы лидер, покажите своему партнеру свой список. Это очень играет большую роль. Потому что часто спрашивают, на какой пакет ты зашел, а есть ли у тебя этот список? Да, у меня этот список есть. Вот он. Вы ему показали, да? И он это видит. И тогда вы можете спокойно, уверенно в себе стартовать в этом проекте, заниматься в компании, донося людям ценность и пользу от этой компании, от этого продукта. Друзья, очень рад был с вами всеми поделиться своей наработанной информацией, то, что за несколько лет, возможно, я не записывал. Сейчас я все, что готовлю, любое какое-то выступление, я много чего записывал. Я, наверное, не записывал в школе за 8 лет столько, сколько я за последние 2 года или 1.5 записал информации себе на бумагу. Потому что наша бумага имеет свойство притягивать к нам все, что мы хотим. Поэтому, пожалуйста, пишите свои цели сейчас, пишите свои желания, цельтесь в Луну, в Орла вы всегда попадете. Спасибо вам большое. Спасибо, Марина Владимировна, спасибо всем спикерам. До новых встреч. Спасибо большое, Владимир. Очень здорово. Действительно, каждый спикер на вес золота. И я хочу сделать объявление. У нас с вами сегодня в этой Zoom-комнате для тех, кто умеет совмещать полезное с успешным. У нас с вами сегодня в час дня будет Катерина Сривная, а также Татьяна Баранюк. Екатерина Сривная, как практикующий диетолог, будет рассказывать о том, как спасти себя во время праздника. Будут практические рекомендации с нашим продуктом, полезные рецепты. Если вдруг у вас будет желание использовать эту возможность, а я вам это рекомендую сделать, то, конечно, ваши гости услышат очень динамичную, очень мудрую, очень харизматичную Катерину. И также Татьяна Баранюк кратенько потом подытожит, представит сам проект. Но я вернусь к нашим с вами участникам. У меня есть для вас финальный спикер. Очень хочется, чтобы вы услышали его месседж, потому что он был не заявлен среди спикеров, но эта идея родилась прямо во время конференции, поэтому хочу передать микрофон всеми любимому и мощному наставнику Виктору Лавренюку. Здравствуйте. Да, не был готов, но, знаете, лидером всегда должен быть готовым ко всему. Хочу поблагодарить всех спикеров, всех выступающих. Очень приятно наблюдать, слышать, точнее, да, когда твои какие-то школы, уроки, они работают и дублицируются, но также хочу заметить, что много моментов я лично взял для себя, в том числе в развитии в Инстаграме, в том числе развитии в YouTube и так дальше. От себя хотел бы, наверное, добавить следующее. Скорость развития и роста самого лидера зависит в первую очередь от самого лидера. То есть 2 категории людей – это те, кто приглашают, и те, на кого приглашают. И пока вы новичок, конечно же, надо использовать 3-ю сторону. Это залог нашего успеха, вашего успеха. Притянуть к себе эту 3-ю сторону, стать тем навязчивым дистрибьютором. Знаете, мы говорим, что мы работаем с теми, кто нам звонит.
навязчивым дистрибьютором и акцентировать внимание своего спонсора-наставника на себе в первую очередь, потому что если вы это не сделаете, за вас это сделает кто-то другой, и ваш спонсор будет работать с другим. Вот, поэтому вначале вы приглашаете на эту третью сторону, потом вам самим надо стать той притягательной личностью, тем центром внимания уже среди своих новых дистрибьюторов, новичков, и чтобы ваши люди уже на вас приглашали своих кандидатов, потому что в этом случае вы растете еще быстрее, да, то есть, как сказал, по-моему, Владимир Мисенко в том числе, что в первую очередь ваши выступления, они нужны, или ваше обучение, или ваши встречи, как третья сторона, нужны в первую очередь для вас самих, потому что вы при этом растете, вы при этом закрепляете информацию. Также хочу еще добавить то, что скорость развития лидера зависит от скорости самого лидера. Да? То есть надо всегда, мне когда-то сказал один из моих первых наставников, надо всегда быть новичком. Даже когда ты находишься на вершине, надо быть новичком, что в нашем случае это по-прежнему приглашать, информировать новых кандидатов, постоянно знакомиться. И ну, на самом деле у каждого из нас есть люди, которых мы не все проинформировали или информировали, но когда-то это было, скажем, на старте, может быть, не совсем правильным. Сейчас есть второй шанс, да, потому что мир изменился. В заключение хочу также сказать то, что говорю на наших мини-презентациях. То, что мир изменился, это мы уже все прекрасно понимаем, это как говорить не надо. Но, к сожалению, многие думают, что, наверное, он вернется в то русло, которое было раньше. Вот спасибо спикерам, которые доводят ну, и пытались донести всем нам, что даже после снятия карантина все будет по-другому. Я уверен, что уже не все захотят люди, которые ходили раньше, или, возможно, их было вытащить на презентацию, возможно, не все будут теперь ходить в живые залы, а будут для них привычными такие вот Zoom-конференции или презентации в Facebook или в других, скажем, мессенджерах. Вот, поэтому надо все-таки сейчас наращивать свою мощь, тренироваться, начать выступать. Если вы хотите или говорите своему партнеру, что тебе надо выступать или тебе надо проводить какие-то конференции, так вот начните делать их сами, потому что во всем идет дублицирование. Если вы это не делаете, то как же могут вас повторить ваши дистрибьюторы? Это касается и меня в том числе, касается и лидеров, и касается тех новичков, которые приходят сейчас только зарегистрировались. И тогда только нас будут дублицировать. Заметьте, я тоже по жизни своей стеснительный и достаточно длительный период времени даже боялся признаться в том, что я боюсь начать выступать в прямых эфирах. Но я это сделал это в первую очередь для себя, для собственного роста, для следующей, так сказать, ступенечки развития. Но в том числе я хочу показать, и уже мне пишут люди в личку, что «Виктор, благодарю, что ты это начал делать». Мне еще были сомнения, не мог решиться, но если ты это сделал, я это сделала или сделал тоже. И следующее, вот просто хочу акцентировать свое внимание на то, что этот год, 2020 год, для кого-то из вас вот реально будет, или для многих, или для всех будет реально таким вот решающим годом, когда по истечению многих-многих лет, когда будут там ваши, скажем, дети, внуки, правнуки когда-то рассказывают, вспоминать о вас, вот смотрите, вот на нем, на этом человеке изменилась вся наша, скажем, родословная наша история. Почему? Потому что он изменился сам, и это человек, который вот действительно вытянул нашу, скажем, семью из обычных людей в историю, в легенду, или стал настоящим предпринимателем, бизнесменом или бизнесвумен, которые создали вот тот пассивный доход для всех наших будущих поколений. Вот этих 9 месяцев, да, или там сколько уже, почти 8 месяцев с хвостиком, которые остались в этом году, в 2020 году, они реально могут изменить вашу жизнь. Каким образом? Вот мы всегда говорили, ну и во всех бизнесах говорят, да, даже на работе, что у каждого из нас есть своего рода в жизни карьерная лестница, по которой мы растем, развиваемся, достигаем каких-то новых уровней, новых знаний,
новых финансовых горизонтов, то сейчас это карьерный лифт. За этих 8 месяцев или за 9 месяцев, для кого-то может быть, как для многих людей в мире, как 9 лет. А если компания PM постоянно развивалась все 26 лет и суммарно в компании там где-то до 4 миллионов клиентов и партнеров, и люди, которые развивались вместе с компанией, вместе с ней росли все это время, достигли небывалых высот, и даже на Бали мы познакомились с партнером, который зарабатывает почти 200 тысяч евро ежемесячно. Он пришел, когда компании было 4 года, он 22 года развивался. И теперь представьте, что вы можете сделать то же самое, но только за этот год. Не 10 лет, не 20 лет, а за этот год. Но для этого, как сказали предыдущие спикеры, надо много потрудиться. Надо, вот, ну, мои первые шаги 10 лет назад, я с утра до вечера только занимался что развитием себя в бизнесе MLM. То же самое надо сейчас сделать каждому. Ваш карьерный лифт вынесет вас на те горизонты, которых, возможно, вы даже не мечтали уже в этом году. Почему? Потому что по всем, скажем, подсчетам, даже пессимистическим, компания сделает минимум сделает 1,5 миллиарда долларов оборот. Но я вижу, так как в прошлом месяце, да, 70% рост. Это вместо 100 миллионов оборота в прошлом марте, в этом марте было в этом году 170 миллионов. Да? То есть мы приблизимся к отметке 2 миллиарда долларов оборот PM. Кто будут эти люди? Если за 26 лет это был миллиард, это было 4 миллиона клиентов, то сейчас как минимум новых 3 миллиона клиентов появится в компании в этом году. Чьи они будут? Или ваши, или кого-то другого. Знаете, чтобы не говорили, что я когда-то начинал, но я не подумал, что так может быть быстро, поэтому долго, извините за фразу, чесал затылок, долго стартовал. Некогда, уже вчера надо было это сделать. То есть сейчас можно войти в историю не только компании PM, а войти в историю MLM в мире как легенда сетевого маркетинга, который достиг небывалых высот за очень короткий рекордный период времени. И ваши доходы будут как раз и результатом того, что вы сделаете именно в этом году, в этих 8 там, или 9 месяцев. Отнеситесь к этому очень серьезно, чтобы, знаете, потом не жалеть о том, что когда-то не услышал или не сделал. Вот давайте сделаем, осуществим мечту, все наши мечты, ваши мечты все вместе. Потому что этот год будет решающим, очень решающим для каждого партнера компании PM. И нам очень повезло, что мы как раз вот поместились вот в такое время, да, когда компания растет семимильными шагами. Всем нам желаю удачи. Конечно же, работайте буквально сразу после конференции, займитесь приглашением в Zoom на презентацию диетологов, да, и презентацию о продукте. И будьте эффективны, донимайте своих спонсоров, звоните своим президентам, своим вайс-президентам, своим МММ, просите, требуйте от них, чтобы они с вами начали работать, но предоставьте им те все данные, которые говорили предыдущие спикеры, да, в первую очередь это список знакомых, и вперед, семимильными шагами мы точно достигнем все вместе успеха. Всем благодарю, передаю слово Мариночке, надеюсь, что был полезным для вас в том числе. Благодарю всех, очень-очень ценный, прошли 2 часа времени, просто как 5 минут, планировали на часок, но настолько было ценно каждое слово, что даже не знаю, что можно было бы сократить. От себя хочу просто добавить, действительно, это бизнес, и нужно понять, что если у вас свой ресторан, если у вас свой отель, то для вас не существует праздников, выходных или еще что-то. То есть если вы понимаете, что сейчас стоит взять рынок, то сегодня не пасхальная суббота, а сегодня суббота, когда у нас есть презентация. Конечно, будет завтра выходной день и послезавтра выходной день. И вы уделите максимум времени своей семье, друзьям, поздравьте, ничего не говорите им о PM, когда будете поздравлять, просто берите этих людей в списочек, с кем вы поговорили. А уже
начиная со вторника, можете начинать приглашать на зумы, на трехстороннюю связь, давать видео какие-то, приглашать их в чаты, потому что нам с вами сейчас нужно максимально аккумулироваться, бизнес не ждет, и людям сейчас в праздники очень нужна информация об этом продукте. Очень-очень, весна, карантины, пожары, смоги, пыль, все что угодно, все шепчет просто, что люди добрые, опомнитесь, уже нам Вселенная закрыла все магазины и туризм, а у людей есть деньги, поверьте, помогите им потратить их, выделить их, инвестировать их на самое важное, это на здоровье. И очень важно, хочу сейчас от себя сказать низкий поклон всем тренерам, кто выступал, и всем наставникам, кто воспитывает и развивает таких мощных людей. Это Вита и Руслан Пшец. Это также президенты Заряна и Виталий Ткаченко. Сегодня у Заряны Ткаченко день рождения. Все, кто не успели поздравить, у нее на страничке в Фейсбуке можете поздравить. Это также мощный тренер и президент Наталья Черниенко. Это Владимир и Светланочка Тимощук. Это Борис Леонов. То есть это президентская команда, которая инвестирует все свои знания и энергию в то, чтобы у нас было все замечательно. И я рада, что мы с вами объединились в таком прекрасном, благословенном деле. Поэтому всем спасибо, всем до свидания, с наступающими праздниками и в час дня для тех, кто хочет кратенько, по сути, послушать диетолога, помочь другим сориентироваться, используйте эту возможность, мы будем вместе с вами. Спасибо всем.